В Южной поликлинике в прошлом году была открыта добрая комната для юных пациентов. Детская игровая зона позволяет скрасить время ожидания в очереди на медицинские процедуры или к врачу. Как отмечает персонал поликлиники, комната пользуется большим спросом у родителей с детьми. Уединенное место, где они могут и какую-то информацию для ребенка или у ребенка спросить, покормить, даже если это уже взрослый ребенок, то какой-то бабочный пирог. В принципе, это очень удобно, комфортно. Заместитель председателя Совета депутатов, член фракции «Единая Россия» Валерий Черников, сторонники отделения партии и активисты «Молодой гвардии» пополнили добрую комнату развивающими и настольными играми, пазлами, конструкторами и деревянными игрушками. Наша главная задача в партии «Единая Россия» – это обеспокоиться и создать комфорт. Спасибо. Да, очень приятно. Спасибо. Вам спасибо. На территории округа в медицинских учреждениях уже работает 5 игровых зон. В ближайшее время подарочные наборы будут доставлены и в другие добрые комнаты.